спокойствие – это клипа, это то, что притягивает тебя, успокаивает. Это надо понимать. И наоборот, выяснение, такая бурлящая жизнь, эта группа должна дать для этого правильную жизненную силу. Это жизненная сила. Такова жизнь. И если будет такой дух, что именно так мы будем продвигаться, то люди не будут уходить от страха, потому что много есть таких, кто еще не готов. И будут понимать, что это есть форма продвижения. Так мы идем, а что поделаешь, это атака, все время атака. Что мы видим из всего, что рассказано в Торе? Все, что рассказано в Торе, от греха древа познания и до, это все время удары и удары. Но удары, когда всякий раз ты выясняешь все больше и продвигаешься все больше. У тебя есть наслаждение от этих ударов, потому что ты раскрываешь истину, от этого ты наслаждаешься. А бьют эгоизм, а не тебя, это то, что выходит, если ты правильно относишься к этому.